Еще раз всем доброго вечера кому-то, доброго дня. Вот. И, конечно же, сегодня у нас с вами самая классная тема из всех классных тем. Ну, я не знаю, наверное, поздравлялки самые лучшие. А правила добавления каталогов по подарки по каталогу, это, конечно, вторая. Вот. Ага, огромное спасибо за плюсики, дорогие коллеги. Вот, замечательно. Итак, у нас с вами каталог 11 начался. Конечно же, хочется всех поздравить с закрытием каталога, который был очень сложный в плане того, что вот этот вот июньский каталог, он реально июльский, он реально сложный, он реально был тяжелый для всех, да. Наверное, вы мне сейчас подтвердите, напишите слово «да», кому он показался тяжелым. Но на самом деле и в прошлом, и в позапрошлом году было то же самое. И вы знаете, огромные молодцы, что выстояли, огромные молодцы, что лето у нас позади практически. Сейчас начнется сентябрь. В этом каталоге прогнозируются хорошие приросты, да, при хорошей работе, при хорошей отработке структуры. Поэтому все у нас с вами наладится. Итак, 11 каталог действует с 17.07 по 06.08. Вот. Разрешите представиться всем, кто меня не знает. Меня зовут Анна Кононова. Мы открытые международные директора, подтвержденные старшие национальные директора. На проекте мы 2,5 года. Все, кто меня не знает, приятно познакомиться. Итак, каталог 11 у нас с вами действует 3 недельки. Как вы видите, у нас впереди еще 3 двухнедельных периода, но этот следующий и позаследующий все будут 3 недели. Поэтому работаем спокойно, уверенно, набираем обороты. Итак, конечно, посмотрев этот каталог, пролистав его, вы знаете, я была немножко в шоке. В шоке от чего? От того, что столько акций редко когда найдешь, только, наверное, в двухнедельные периоды. Вот когда делают двухнедельные каталоги, там огромное количество распродаж. Так вот этот период похож почему-то на двухнедельный и очень. И подарков в каталоге у нас с вами 8 или 9. Такого, сколько я веду правила добавления подарков, я не помню за всю историю Faberlic. Даже в двухнедельной каталоге столько подарков компания не дарила. И это, вы знаете, честно, если когда я готовила эту презентацию, я была очень удивлена, и мне показалось, что это даже чересчур много. Но я думаю, зато наши новички с вами, они будут, конечно же, рады. Вот. Да, на самом деле это здорово и классно. И первый наш подарок, это, конечно же, для тех, кто ни разу не делал заказов с момента регистрации. Неважно, в каком периоде человек пришел, положена такая вот акция. Светочка, только начали. Положена такая вот акция новичка, как средство для духовок и плит и средство для мытья посуды. Этими средствами я пользуюсь для духовок и плит очень давно. Я о нем вам расскажу. А средство для мытья посуды – это практически новинка. Я его заказываю всего лишь 2-й флакончик. Итак, правила акции очень простые. Мы с вами, если мы еще ни разу не делали заказы с момента регистрации, то это акция для вас. 17 июля по 6 августа, забыла закрыть дверки, да, по 6 августа нужно оплатить заказ всем, кто ни разу не делал заказы с момента регистрации. Россия 1199 рублей, Украина 359 гривен, Казахстан 6000 тенге, Беларусь 35 рублей и 359 лей. Это все в ценах каталога. И получаем подарок в следующем периоде в каталоге номер 12. Да, то есть в этом периоде мы обязательно оплачиваем до конца каталога, и в следующем периоде эти 2 подарочка нас ждут. Вот. Итак, как же получить набор «Дом Faberlic» в подарок вам, если вы ни разу не делали заказы, или вашим новичкам, которые у вас зарегистрируются до 6 августа включительно? Этой акцией можно пользоваться, да, целый 21 день. Вот, поэтому, значит, до 6 августа, тут немножечко опечаточка, прошу прощения, нужно оплатить заказы обязательно до
да, чтобы до закрытия каталога прошла оплата. И с 7 по 27 августа мы при покупке, при очередной покупке на сайте будем получать набор косметики для дома всего за 1 рубль. Да? Вот, в набор входят средства для чистки духовок и плит, концентрированные средства для мытья посуды с биоэнзимами и ароматом яблок. Плюс обязательно знайте о том, что положена будет акция Фаберлик Клуб. Она сейчас идет от 5 бонусов, да? Позже мы о ней поговорим. И, конечно же, 20% скидка. Если же вы сделаете прям в первый каталог регистрации, чтобы забрать подарки, аж 50 баллов. У нас таких людей немало на проекте, которые приходят и сразу делают большие заказы, потому что ассортимент у нас очень широкий, то скидка увеличится до 26%, но об этом мы тоже позже поговорим. Самое главное в акции новичка знать, что это одно и то же, это повторяется из каталога в каталог. Подарки разные, но условия добавления акций всегда одинаковые. То есть обязательно нужно обратить внимание, что в сумму заказов, необходимых для получения подарка, не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Вот у меня, к примеру, доставка продукции мне обходится 129 рублей. То есть я 1199 вычитаю 20%, но прибавляю 129 рублей после этого. И вот тогда мне положена вот акция новичка. Скажите, пожалуйста, все ли понятно? Тишина? Все, да, замечательно. Есть у нас новички на школе, которые еще ни разу не делали заказа и которым положен такой вот подарочек. Нету, да? Ну, может и есть. Ну что ж, дорогие коллеги, давайте обсудим с вами сами подарки. Когда вы знакомы с продукцией, акцию доносить легко и просто. И на самом деле, вот первое это средство для чистки духовок и плит серии Дом Фаберлик. Оно идет 500 мл в пластиковой упаковочке. Там идет крышечка с защитой от детей. То есть ребенок пока не нажмет, не повернет, он ее не откроет. И это просто великолепно. Само средство не как вода, но жидковатое. Имеет такой светло-светло-желтый оттеночек. Что я им делаю? Я им наливаю на губку, на очень сырую губку воду, да, то есть прямо, чтобы с нее капало, наливая сверху это средство, допустим, обработала плиту, оставила, ушла. То есть это средство, лично на мой взгляд, оно для ленивых людей, которые не любят что-то там скрести, оттирать, которые любят замочить, оставить, потом прийти и снять. Привет, Костенька, ни на один мой вебинар не пропускаешь, какой ты молодец, здорово. Вот, и значит, что у нас получается? Этим средством можно и жир удалить, и сахар, и застарелый нагар. Оно отлично смывается, не содержит абразивов, не царапает и не повреждает даже самые деликатные поверхности. На самом деле так. Оно биоразлагаемое, экологически чистое и на ежегодной премии «Хрустальный лотос» Interex пошел 2015. Это выставка Интербытхим. Продукт получил аж золотую медаль. Да, то есть вот такое вот признание продукции компании Фаберлик. Компания Фаберлик получает награды не только за одежду, не только за продукты функционального питания, не только за крема, но и за косметику для дома обязательно. Итак, значит, самое важное понимать, что средство содержит щелочь. И для защиты рук нужно использовать резиновые перчаточки. И это на самом деле так. Вот, даже не думайте экспериментировать и без перчаток к нему прикасаться. Я проэкспериментировала пальчики потом, вот знаете, сами подушечки. Себя не очень хорошо чувствуют на самом деле, поэтому всегда одевайте перчаточки. Или хотя бы вот, ну нет дома перчаточек, да, у меня была такая ситуация, смотрю, в перчатке дырка, новую я не купила, к сожалению. И вы знаете, я, Машенька, прекрасно тебя понимаю. Вот, и вы знаете, я
просто надела обычный пакетик из-под хлеба на руку, да, то есть у меня там закончился хлебушек, я вот этот пакетик надела на руку и просто губкой вот через пакетик. Да, поэтому никогда не пользуйтесь этим средством, потому что оно содержит щелочь. Пусть оно биоразлагаемое, экологически чистое, но щелочь оно содержит. Чем-то же надо мыть. Так ведь? Вот. Второй подарок для новичков – это мой фаворит. Это мое любимое средство. Я его заказываю второй раз, потому что оно экономное, а выпущено это недавно. Это практически новинка. И не все еще его даже успели попробовать. Вот знаете, что мне хочется сказать? Оно очень вкусно пахнет. Оно пахнет такими свежими яблочками, да, там не компотом, а именно такие свежие яблочки, не там не желе там яблочное, а вот именно красных яблок, запах таких свежих красных яблок. Вот, мне этот аромат безумно понравился, я его первый раз вдохнула и все. И вы знаете, я его сейчас все время заказываю. У меня стоит средство с шалфеем, оно у меня стоит и стоит. И я все открываю именно вот то с яблочком закончилось, я новое с яблочком открыла. А средство для шалфея я вообще не знаю, ему уже скоро полгода будет, я его никак не могу теперь использовать. Потому что вот именно это с яблочком, оно просто обалденно пахнет, и оно идет, обновленная формула, оно идет с биоэнзимами. И вы знаете, на самом деле чувствуется, что посуда моется легче. Посуда даримого, посуда моется проще. Я вот, кстати, Вера тоже пробовала с шалфеем эвкалиптом. Я не люблю эвкалипт. Запах эвкалипт мне почему-то это напомнило капли в нос. Вот я, знаете, я сладкоежка. Я люблю все сладкое, нежное, приятное. Вот яблочко это мое. Вот. Шалфеем, ну да, шалфеем, оно нормально, оно хорошо моет, все, но вот именно запах. Каждая женщина, конечно, выбирает свой запах себе в дом. И вот яблочко я, конечно, да. Тоже вес 500 миллилитров. Его можно разводить один флакон равен 4 флаконам. Но, если честно, я не особо-то и развожу. Я так маленькую капельку капаю. Конечно, если вы выдавите по привычке, как обычное средство из магазина, то у вас будет пены прям полная раковина. Это уже испытано на практике. Также это средство серии 0+, то есть даже можно мыть бутылочки новорожденных деток, что тоже очень приятно. Вот. Биоразлагаемое, экологически чистое, не наносит вреда окружающей среде, в принципе, как и вся косметика для дома. Малинку, да, Юль? Вот, молодцы. А разбавляю 1:3. Да, ну вот видите. Ну, большинство, конечно, вот я смотрю видеообзоры у блогеров, еще что-то, большинство разбавляют все-таки. Да, ну вот мы ленивые, мы не разбавляем. Итак, смотрим дальше. Что важно знать? На подарок новичка или первый шаг стартовой программы имеют право все, кто ни разу не делал заказа с момента регистрации на проекте. То есть, если человек зарегистрирован не более 3 каталогов назад, а на 4-й каталог он уже терминируется. Но даже человек, который терминируется и в распечатках уже как терминирующийся, покрашен красным цветом, он все равно имеет право на подарок новичка. 1:1, да, ну вот видите, кому как удобно. Главное, чтобы оно работало и вам нравилось. Вот это самое главное, да. Вот. И также важно, что оплата должна строго пройти до конца каталога. Особенно это нужно отрабатывать, начинать примерно за 3 дня до окончания каталога, потому что как минимум лучше всего дней за 5 начинать, да, если вы видите в своей структуре неоплаченные заказы, то очень-очень важно всем сообщить, особенно тем, у кого первый заказ, если они идут по акции новичка, что оплата должна пройти строго до конца каталога. Подарок надо выбирать самим вручную, или подарок может ждать вас уже в накладной. Тоже всякое бывает, да, допустим, если это декоративная косметика, какая-то помада, там еще что-то, да, вот часто же нам дарится декор, то там, конечно, мы цвета на выбор выбираем. А эта косметика для дома, скорее всего, она упадет автоматически в заказ, потому что там не на выбор, а просто два средства.
Ну и, конечно, дорогие коллеги, очень приятно об этом рассказывать, что компания очень лояльна к своим новичкам, прямо очень, и нигде, наверное, ни в одной компании такого нет, что если новичок что-то не понял, ему не хватило рубля, да, до выполнения стартовой программы, да, или он забыл оплатить заказ до конца каталога, или он оплатил заказ, но забыл зайти нажать «Оплатить в накладной», да, то есть не нажал кнопочку «Оплатить», и деньги так и остались лежать на номере. Да, бывают всякие нюансы. Компания очень лояльна в этом плане. Если новичок в прошлом каталоге сделал заказ и не получил подарок новичка, да, то этот заказ был пробный. Что такое пробный? Пробный шаг – это значит, что новичок такой может в этом периоде пойти по этим подаркам, если он прошлый период нечаянно где-то ошибся или забыл оплатить. Далее, значит, что получается? Но вот, понимаете, вот этот пробный шаг, если не сделать, сделать перерыв между каталогами в заказе, то тогда участие в стартовой программе сгорает. Если не сделать заказ, то тогда он получает акцию новичка. Скажите, пожалуйста, понятно ли я объяснила? Как нежный щавель. Пользуюсь капелькой. Вот на самом деле его надо капельку. Понятно, да? И вот смотрите, дорогие коллеги, я для вас приготовила такой скриншот. Если вы не знаете, где смотреть, на каком шаге стартовой программы ваши новички, то вы можете зайти в раздел, да, в раздел «Личный кабинет». В личном кабинете вы выбираете отчеты. В отчетах вы выбираете отчет по стартовой программе «Структура личной группы». И когда у вас распечатывается распечатка, вы будете видеть шаги от пробного шага до 9-го шага стартовой программы. Вот особенно важно прорабатывать пробный, первый и второй, а там уже люди привыкают. Там уже люди привыкают. И особенно важно отрабатывать шаги стартовой программы в двухнедельные периоды, потому что люди просто не знают. И вот когда я рассылаю письма, мне очень часто пишут: «Анна, если бы не вы, у меня бы сгорело там три самых последних дорогих шага». Конечно, очень приятно, когда люди благодарят, это очень приятно, поэтому заботьтесь о своих людях. Вайбер, WhatsApp, Telegram, Skype, сотовый телефон, сообщество Faberlic, все что угодно, почты, да, электронные. Только главное оповестить. Да, а там уже душа чиста. Если лидер слетит, то это уже будет не по вашей вине. Вы сделали все возможное для него. Вот это самое главное понимать. Да? Вот. Все равно недовольных бывает много, хотя вот я, к примеру, по своей личной группе письма всегда рассылаю. Вот. Но иногда новичок говорит: «Мне пришло ваше письмо поздно, тут мы созванивались с новичком». Я говорю: «Ну давай, показывай, когда тебе письмо пришло». Письмо пришло по дате, которая, да, на почту, прям, ну, дата доставки за 2 дня до окончания каталога. Я говорю: «Так вот, вот видишь дату? Ой, а я не заметила, да, вроде бы, извините». Но очень хорошо, у новичка был пробный шаг, и вот мы в этом периоде идем уже... вот средства для мытья посуды берем и для духовок и плит. То есть нам повезло, да, негатив начался, тут же закончился, потому что, в принципе, полноценные такие же подарочки новичок получает. Вот. Итак, значит, дорогие коллеги, если у нас призеры на вебинаре, а кто забирает порошок плюс бальзам в подарок? Поставьте букву «Я» в чат, если есть. Нету, да? Ну ладно, может быть, кто-то в записи посмотрит. А вот Ольгу вижу, Елена, Ирина. Ага, значит, задержка опять была, Наталья. Ну что ж, дорогие призеры, я вас поздравляю. Вы стали участниками стартовой программы. Вы выполнили первый шаг стартовой программы. И в этом периоде, когда вы будете забирать порошок и бальзам, вы можете одновременно, забирая порошок и бальзам, выполнить второй шаг стартовой программы. И так вы можете идти полгода по акциям.
Итак, значит, ваша выгода в этом каталоге такова. Забираем эти три подарка в промо, ой, два подарка, простите, и можем выбрать подарок по программе Фаберлик Клуб. Плюс у вас уже будет 20 или 26% скидочка, да, смотря сколько баллов вы сделали в прошлом периоде. Да, вот это вот тоже очень важно. Если у вас было меньше 50 баллов, то у вас скидка 20%. Если более 50 баллов, от 50 и выше, то 26%. Да, отлично. Да, конечно, умнички. Дорогие участники вебинара, отпишитесь, пожалуйста, кто на каком шаге стартовой программы. Очень хочется вас послушать. У кого закончилась стартовая программа, напишите, закончилась. Я, к сожалению, прошла стартовую программу уже давно под своим регистрационным номером. Я на проекте 2,5 года. Недавно мы прошли стартовую программу под дочкой. Тоже было, конечно, здорово. Первый шаг, да, забираешь. Ой, отлично, Оля. Закончилась, да? Завтра последний, 9-й шаг. Супер, Марина. Закончилась 10-м. Угу, на четвертом, на третьем, на пятом. Ну, кто на каком? Молодцы. Молодцы, просто здорово. На втором. Угу, классно. Ольга, седьмой уже. Ой, Оля, я думала, ты совсем недавно, ты уже седьмой. Как время быстро летит. Ага, вот. Ну и смотрите, шаги 2.9. Значит, в каждом следующем периоде нам нужно с вами оплачивать и размещать заказы на ту сумму, которую выбираем мы сами. От 2.499 или от 4.999. Ну, то есть 2.500 или 4.500. Да, грубо говоря, так проще запоминать. Суммарно за весь период ценных каталога. То есть не обязательно одной суммой. Вот. Я второй сегодня выбрала. Отлично, Наташ. Вот. И, конечно же, вы будете получать наборы реально эксклюзивных продуктов по выгодной цене, которые я вам чуть-чуть позже покажу. Цена по каталогу наборов будет расти, но стоимость для вас будет оставаться прежней. Не подскажу, про какой набор вы спрашиваете. Наборов у нас много, поэтому сейчас мы с вами поедем, и вы скажете, какой номер набора у вас. Вот. А я вам скажу, на выбор он у вас или не на выбор. Хорошо? Вот. Значит, сумму заказов, необходимых для получения очередного набора стартовой программы, точно так же, как и первый шаг стартовой программы акция «Новичка», не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Поэтому будьте внимательны. Обязательно вся стартовая программа, как в принципе и программа Фаберлик Клуб, важное правило оплачивать заказы до конца периода, чтобы ничего не сгорало, чтобы вы спокойно полгода шли по хитам продуктов. Значит, далее, если вы выполняете второй шаг стартовой программы, то вы можете его забирать в каталоге номер 3. То есть у нас все это идет по очереди. Первый шаг условия выполнили, да, на второй каталог забираете, выполняя второй шаг. В третьем каталоге забираете второй шаг, выполняете третий шаг, да. Вот, Фаберлик Клуб, позже, Леночка, расскажу. Это Фаберлик Клуб, грубо говоря, это куча бесплатных подарков, которые можно выбирать. Вот так вот. И, конечно же, дорогие наши призеры, если вы сделаете менее суммы, которая нужна, то у вас горит право на участие в 9-шаговой стартовой программе, но 20% скидки плюс подарок новичка плюс Фаберлик Клуб вы обязательно получаете. Вот, суммы заказов, необходимых для разных стран. Посмотрите, пока что они у вас на экране. А я сейчас вам еще вышлю ссылочку на стартовую программу. Может быть, вы захотите видео посмотреть, как ее забирать, как ее выбирать, чтобы вам было все понятно. Там видео коротенькое, и я думаю, вам будет очень удобно иметь такую ссылочку в закладочках под рукой. Это с нашего командного сайта. Так, все ли у вас получилось, активна ли ссылочка? Не то говорю немножко. Любочка, еще недалеко ушли.
активна ли у вас ссылочка. Ну и вот она, в принципе, наша стартовая программа. Да, как вы видите, первый шаг – это набор для ухода за кухней в подарок. Активно, да, все, спасибо огромное за обратную связь. Вот, и второй шаг стартовой программы – это набор для рук Grand Prince Henkere. Это пилинг химический с аминокислотами и так далее, да. Второй подарок или четвертый, как его даже назвать, да, это шампунь на выбор серии «Эксперт», профессиональный уход за волосами, да, и маска или бальзам тоже на выбор. То есть вы будете получать второй шаг за 99 или 299 рублей, а прямо 5 составляющих. Третий шаг стартовой программы уже у нас стиральный порошок на выбор. Пока гружу комп, да, активно, да, ага. У кого-то компьютер долго грузится, да, Любочка? Ну, ничего, бывает. Да, и пятновыводитель. Четвертый шаг стартовой программы – это набор нашей самой ходовой линейки серии iStream. Ее несколько направлений. Там есть решейпинг, там есть... для тусклой кожи, да, для сухой, есть для жирной кожи. То есть вы сами будете на выбор выбирать, какую линейку продукции себе подобрать. Пятый шаг – это у нас Skyline, линия Skyline, тоже самая ходовая линия, потому что она идет качественная и бюджетная. Там вы будете выбирать помаду, каял для глаз, тушь, все цвет на выбор, и, конечно же, тональный крем. Тональные кремы там тоже то 2, то 3 на выбор, постоянно к выбору предлагаются. То есть уже какой вам захочется, такой вы и будете выбирать. Шестое. Это у нас не на выбор, но вот этот шаг почему-то все ждут. И ждут очень-очень всегда. Шестой шаг у нас с вами заключается в 5 подарках, потому что за 99 рублей приобрести такой дорогостоящий набор уже нереально нигде. Да, даже в промо-акциях в личном кабинете Faberlic. Первое – это средство для духовок и плит 500 мл. Второе – это... опять забыла, спрей-очиститель для стекол с антизапотевающим эффектом, третье – это средство для унитаза с антибактериальным эффектом, четвертое – это средство для ванной, и пятое – это средство для металлических поверхностей. Очень нужный продукт. Ну да, в доме пригодится всегда. Да, и вот вы знаете, со средством для туалета, у меня тут недавно мы с девушкой разговаривали, вот, и она этим средством один раз просто обработала, да, то есть она говорит, я даже ничего, я, говорит, просто полила. Говорит, прихожу, говорит, дернула, смотрю, а у меня, говорит, вот эта вот труба под водой, которая уже спряталась, говорит, стала белоснежной, хотя, говорит, там был темный налет. Вот, поэтому она говорит, закажи мне еще, и еще, и еще. Я говорю, давай мы с тобой будем регистрироваться. Вот. У меня только подарок новичка, а все остальные нет, так? У нас меня, а, да, нет, да-да-да, только меняется первый шаг стартовой программы. Он каждый каталог разный, а остальные шаги, они одинаковые. Седьмой шаг стартовой программы – это наша любимая серия «Эксперт». Это микропилинг и дембробразия, простите. А, да, она и идет после такой глубокой очистки, это профессиональный уже уход, идет крем SPF, который потом кожу защищает. После такой процедуры нельзя выходить более 12 часов на вот, химический пилинг с аминокислотами. Вот я как раз пользуюсь данной программкой. Да, то есть у меня есть все. Микродембразия и энзимный микропилинг. То есть шаг А, шаг Б. Вот такие вот, да, они. Как раз я их недавно открыла. Они оба прозрачные, так кисленьким пахнут. А когда они работают, немножечко кожу пощипывают. И после них кожа, знаете, вот как у младенца. Такая мягкая, такая ровная становится. Обалденная. Но вот этот вот третья составляющая крем, он тоже супер обязателен. Не знаю, где-то он тут стоит. Найти его не могу показать вам, да. Он вот в таком же вот тюбике примерно. Вот, он очень обязателен, потому что
там идет SPF, и после этой процедуры не выходить 12 часов на прямые солнечные лучи. Да, средство Юлия на самом деле шикарное. Я очень довольна, что я его заказала. Я закажу его еще раз, и потом, когда оно закончится, еще раз. Вот, для молодой кожи его нельзя более чем раз в неделю использовать, а для зрелой кожи после 30 можно даже 3 раза в неделю использовать. Вот даже как. Это я все вычитала в инструкциях. Восьмой шаг стартовой программы, это моя любимая серия Secret Story, а это уже идет люксовая серия, она уже не такая уж и дешевая, там идет крем двойной агент, нажимаете на, как даже вот, видно ли интересно мою мышку вам, нажимаете на первое деление, там идет основа под макияж. А на вторую мышку, на вторую кнопочку нажимаете, там уже идет тональный крем. Далее идет помада, цвет на выбор. А тушь идет очень хорошая, 55-99 артикул. Все время ее заказываю, даже артикул наизусть выучила. И третье, это четвертое, то есть это лак на выбор. Я выбирала в обоих шагах, что под дочкой, что под собой, именно песочные. Аня, если, допустим, человек прошел все шаги, а потом семейный контракт и второй половинки, то нет, нет, Костя, нет. Лучше пусть вторая половинка пройдет, а потом объединитесь, если хочется. Один номер. Значит, и девятый шаг стартовой программы, он самый-самый дорогой, я его получила под дочкой 2 каталога назад. Это парфюмерные пары, мужская и женская. Причем парфюм там идет полноценный, 50 мл, то есть не какие-то там мини-версии, да. То есть такой уже реально дорогой шаг. Парфюмерная вода мужская тоже 50 мл. И два парфюмерных геля для душа на выбор. Ничего страшного. Итак, что у нас с вами дальше? Значит, стартовая программа – это первый шаг. Это акция новичка. Значит, акция новичка у нас с вами всегда разная. Остальные шаги у нас все одинаковые. Цена наборов растет. И с каждым новым каталогом стоимость их для вас остается прежней. Как вы понимаете, да, что, допустим, набор для рук Grand Prince Hand Care, да, шампунь плюс бальзам, они суммарно стоят, ну, 1000, да, а вот, допустим, последний шаг, он уже намного дороже идет. Вот, значит, самое главное, что мы с вами должны знать, компания Faberlic в этом случае тоже очень лояльна, вы можете переходить с одного варианта оплаты на другой. Что это значит? Допустим, в первом каталоге вы сделали заказ на 2500 и забрали в каталоге номер 2 за 300 рублей набор. А в каталоге, допустим, номер 2 вы сделали заказ на 5000. И в каталоге номер 3 вы уже забираете заказ на... забираете хиты за 99 рублей, да? Вот, и так вот вы можете менять. Вы можете делать то 5, то 2, то 5, то 2, то 5, то 2, да? То есть как бы очень даже удобно. Ой, Надюш, не подскажу, к сожалению. У меня сестра им очень пользуется, только его покупает. Вроде бы не жаловалась, но я, в принципе, и не спрашивала. Вот. Далее, значит, перерыв между первым шагом и вторым, между третьим и четвертым, между четвертым и пятым в каталогах недопустим. В таком случае программа сгорает. Перерыв – это когда вы, допустим, в каталоге номер 1 сделали заказ, в каталоге номер 2 нет, в каталоге номер 3 сделали заказ, да? Или, допустим, в каталоге номер 2 сделали заказ, но забыли оплатить и оплатили в каталоге номер 3. Тоже стартовая программа сгорает. Обязательно должно быть какой-либо оплаченный заказ на ваш выбор. Вот, далее у нас с вами продолжаются купоны. Все вы знаете, что они автоматически вкладываются в заказ. Купоны вкладываются только на любой парфюм. И что самое интересное, не все это знают, что купоны выдаются только за покупку из основного каталога. То есть, если вы что-то зашли, допустим, на сайт посмотреть, то, скорее всего, вам уже купон не засчитается.
Вот. Ну что ж, поехали с вами дальше. Я думаю, про купончики в прошлом периоде мы с вами подробно поговорили. А также хочется сказать, что наша продукция тестируется по всем ГОСТам, стандартам, СанПинам. А порошки производятся в Германии, а сами знаете, какой там высокий стандарт качества, и фосфаты там уже давным-давно запрещены. Вот. А также мы являемся членом ассоциации прямых продаж. И, конечно же, мы очень следим за своей продукцией и не тестируемся на животных. Методы производятся инвитро, в пробирке, да, тестируются. И, конечно же, дорогие коллеги, хочется сделать вам внеплановое объявление. По просьбе руководства Faberlic это просили сделать на всех вебинарах. Вот, хочется сказать, что иногда к нам бывают люди просятся на перерегистрацию, да, так вот, перерегистрации очень сильно запрещены кодексом компании. Человек не может иметь два регистрационных номера, нельзя регистрировать близких родственников, и перевод человека, если он просится уж так сильно к вам, возможен, но только через год после его последнего заказа, то есть он терминируется за неактивность, и тогда он может регистрироваться. Или он может регистрироваться, перевестись к вам в течение двух каталожных периодов с момента регистрации, если под консультантом нету структуры и только с личного разрешения в обратную связь от действующего наставника. Вот как все сложно. Давайте, дорогие коллеги, будем работать честно, а значит, мы с вами будем работать, конечно же, спокойно. И если вдруг вам попался такой человек, который вас обманул и дал вам данные, зная, что он уже зарегистрирован, а потом вам позже признался, и вы в затруднительной ситуации сейчас находитесь, то ничего не бойтесь. Если вы первыми напишите в обратную связь, что у меня вот такая-то перерегистрация, прошу удалить человека, они удаляют, и в принципе ничего вам не бывает, даже предупреждение, потому что вы первые написали. А вот, показалось, что кто-то что-то написал. Итак, дальше. У нас с вами сегодня очень такой вот длинный вебинар, потому что акций на самом деле много. И поэтому прошу запастись терпением. И еще вебинар продлится буквально, не знаю, минут 40, поэтому у кого есть желание, можете еще все еще звать своих новичков. Маму или сестру, конечно, можно. Близких прямых родственников можно регистрировать как раз-таки только под себя в первую линию. Или, например, вы зарегистрируете под себя маму, а под маму сестру. Так можно. То есть прямые родственники в одной цепочке друг по другу. Все хорошо тогда получается. Угу. Вот, итак, в периоде номер 11, то есть в этом каталоге по 6 августа, у нас с вами в распечатках по личной группе есть люди, которые покрашены желтым цветом. Все ли их видели хотя бы раз? Кто видел плюсик, кто не видел минусик? Если у нас лидеры, которые следят за людьми своими. Мариночка, вот вижу, ага, Юля. Ну, молодцы, большинство видели. Так вот, желтеньким в периоде номер 11 положено аж сразу три подарка. Это средство для чистки плит и духовок серии Дом Faberlic. Это крем для рук, ногтей и кутикулы, комплексный уход. И это концентрированное средство для мытья посуды с экстрактом алоэ вера. И, конечно же, эти люди не узнают об этих подарках, если вы им не расскажете. И если вы, конечно, донесете людям про эти подарки, то и у вас поднимется товарооборот, и люди будут благодарны, что компания Faberlic такая классная. А все, кто перестал, как вам даже сказать, делать заказы когда-либо, они могут вернуться, потому что, сделав один заказ, у них будут бонусы по программе Faberlic Club, и им можно будет потом сказать: здравствуйте, у вас вот столько-то бонусов, да, к примеру, у вас 15 бонусов, вы можете забрать уже от 3 подарков по программе Faberlic Club, или они у вас сгорят, да, то есть вы можете желтеньких запустить. Да, подарок для желтеньких вообще шикарный,
очень классный, крутой, вот. И, конечно же, рассказывайте, обязательно рассказывайте. Вот. На втором этапе оформления заказа консультанту будет предложен набор косметики для дома и крем для рук в подарок за 1 рубль. Скорее всего, они упадут автоматически прямо в накладную. Или их надо будет забрать в разделе акции консультанта. Одно из двух. Вот не нашла ни одного желтенького, кто бы мне дал логин и пароль. Обычно желтеньким положено 3 подарка. Не набор из 3, а вот средства для мытья посуды плюс средства для чистки плиты духовок плюс крем для рук. Все 3 средства сразу они получат. 3 подарка плюс 20% скидки. Плюс бонусы по программе Фаберлик Клуб на 12-й период. Так ведь? Да. Поэтому, если вы по-хорошему донесете условия, дорогие коллеги, вы будете в шоколаде, потому что на самом деле, я вам говорю, этот каталог очень богат, очень шикарен на подарки. И если честно, я прям, когда составляла презентацию, я удивлялась, я охала, откуда, почему так много. Ну, очень приятно, спасибо дорогой компании Фаберлик за то, что она нас так поддерживает. Вот, скажите, пожалуйста, все ли поняли? Все ли поняли, о чем я сейчас говорю? Что за желтенькие? Заходим в раздел «Моя структура», ой, в раздел «Мой личный кабинет». Там у нас с вами есть отчеты, и в разделе «Отчеты» есть информация по личной группе. Она так и называется. И в этой информации по личной группе вы можете увидеть людей, покрашенных в желтый цвет. Все, кто покрашен желтым, имеют право на 3 подарка и 20% скидки. Вот, отлично, минусиков нет ни одного, я очень-очень рада. Итак, давайте же с вами поговорим про наши любимые, но коварные бонусы за покупку, которые хоть кому-нибудь, хоть раз, но приходят дорого. Вот это всегда так, вот хоть что делайте, практически все до единого новички, они почему-то каждый раз бонусы за покупку заказывают из каталога, потом ругаются, что им приходит дорого, и потом уже начинают вникать, почему же пришло дорого, как так, почему мне так дорого вложили, да? Но это как обычно, это как всегда, поэтому если вы попались на это, не переживайте. Да, Оля Дубяга, вот я вижу, переписывается, Оленьку хвалят. Оленька у нас на самом деле девушка очень хорошая, очень отзывчивая, она составляет практически все письма для проекта, и она одна ежекаталожно составляет самые основные письма, которыми мы пользуемся с вами. Поэтому Оленьке огромный низкий поклон. И, Олечка, если ты нас будешь записи смотреть или ты на вебинаре, мы тебя очень-очень любим и ценим. Это прям вообще ты незаменимая для нас, прям солнышко нашего проекта. Вот. Итак, как же правильно добавлять акции по каталогу номер 4? Сейчас я вам скину файлик, который тоже составила Ольга Дубяга, кстати. Это правила добавления акций и подарков. И в компании у нас с вами действуют 3 категории акций. Вот этот файлик добавьте в закладки, он до 6 числа все будет действовать, и вам будет удобно, если он будет под рукой. Итак, первое – это продукцию, которую нужно добавлять в корзину. Это 56 акций. Обалдеть! В прошлом каталоге было 44, я и то рот открывала. Тут будет 56 различных акций. Это просто круто. Вот, значит, акции мы с вами добавляем из каталога, а в промо-акциях они пересчитываются. О чем я сейчас говорю? Когда вы добавляете, допустим, любую акцию возьмите, да, она почему-то добавляется под каталог, да, вот в эту вот корзиночку, в список, да, добавляемого, дорого. Но когда вы нажмете продолжить заказ, то в накладной у вас уже уменьшатся баллы и уменьшится сумма заказа. Поэтому не пугайтесь, если она у вас будет дорого. Это кратные акции, да, то есть если там, допустим, вы берете 2 шампуня по такой-то цене, да, по дешевой цене, то вы можете взять не 2, а 8 и 10 и так далее, да, то есть сколько хочется.
Дальше. Второе – это вот наши коварные бонусы за покупку при покупке по каталогу. Вот это вот как раз их у нас в этом периоде 13, и они все в начале каталога, что очень приятно. Ну, практически все в начале каталога, поэтому смотрите, да. То есть, допустим, давайте возьмем пункт 6, оттеночный бальзам для губ, всего за 79 рублей при покупке на сумму от 299 рублей по цене каталога, 221 рубль в цене склада. То есть, набирая продукции на 1500, вы понимаете, что вы можете заказать 5 подарков, да? Даже 6 получается. Нет, 5, простите. Вот. И вот таким вот образом, то есть это тоже кратные акции. Например, если вы купили продукции, ну, давайте возьмем, грубо говоря, на 1000 рублей, то вы можете взять 3 крема для рук, да, вы можете взять 3 геля для душа на выбор, вы можете взять 3 зубных пасты, да, то есть понятно вам? Поставьте плюсик. Не по одной там штучке, да, а на какую сумму вы набрали, столько вы имеете право взять. Далее, значит, и, конечно же, наши подарки. Это обалдеть не встать. У нас в этом периоде 8 подарков. Тут 9-й это купоны, которые автоматически падают накладную. Ну, какой же это подарок, да? Это просто купоны, бумажки. Даже если вам эти купоны, бумажки не вложили, не переживайте. Не расстраивайтесь, они у вас все равно будут в разделе промо-акции видны. Иногда бумажек не хватает, но это не важно. Вот когда у вас будет акция у нас, да, с вами будет акция «Бонус за покупку», где надо стирать промокоды, вот там нужно обязательно все карточки пересчитывать. Иногда бывает, что там одну не доложат, одну переложат, да, кому-то не достанется. Я карточки считаю, а тут бесполезно, да, то есть мне может доносит заказ до дома, я сразу же эти купончики отдаю ребенку, она рисует, играет. Далее, значит, что мы будем получать в подарок? Во-первых, это подарки каталога, то есть это подарки доступные и новичкам, и тем, кто придет завтра, и тем, кто вообще не зарегистрирован, да, то есть вы понимаете сейчас, что покупатели ваши, которым вы показываете каталог, могут увидеть эти подарки и захотеть заказать, поэтому указывайте на эти страницы. Первое – это влажные салфетки в подарок, там идет 15 штучек, там идет, они идут для интимной гигиены при покупке любого продукта Story d'Amour. Story d'Amour – это продукция с афродизаками, там идут гели для интимной гигиены, малиновая зубная паста и так далее. Второе – это саше бальзам для волос серии Selen Care в подарок за 1 рубль при покупке любого продукта Selen Care. Selen Care – это салонный уход без шампуня, без лауресульфата. Ну, стоящие такие шампуньки, очень их люблю. Активная вода в подарок за 1 рубль. Причем она будет такая вот, извините, некрасивая. У меня дочка утащила колпачок, она у меня практически закончилась. Она мне очень нравится, серии Platinum. У нее невероятно классный запах, и она очень хорошо увлажняет лицо. Прям обалденно, мне нравится. И в жару, и, кстати, в холод тоже она незаменима, потому что в холод у меня сильно шелушится кожа. Эту воду можно наносить даже на макияж. Поэтому обратите внимание именно на линейку Platinum. Вот, можете обратить внимание на капсулы. И мне очень понравилась маска. Вот так, это дневной крем. А маска, вот я хотела вам сказать артикул, наверное, не скажу. Но там все в каталоге есть. Вы увидите ночную маску. А серия 35+. Будьте внимательны, молодые девушки, не заказывайте. Далее, значит, очищающая полоска в подарок. Хотела вам эту полоску показать, но они у нас закончились. Я их очень часто много заказываю. Их нужно немножко смочить, кожу чуть-чуть смочить, да, так промокнуть, допустим, носик ватным диском сырым, и потом приклеить вот так вот прям вплотную, посильнее, поприжимать. И вы знаете, когда вы будете убирать ее. Немножко, кстати, больно, потому что очень сильно прилипает, но черные точки очень хорошо чистятся. Вот.
но нужно обязательно дождаться полного высыхания. И, значит, очищающая такая полосочка в подарок, ну, она такая вот небольшая, такая вот где-то вот, вот такой, наверное, у нее размерчик небольшой такой, вот узенькая, она вот так вот где-то вот, если наклеивать на нос. Вот, ну, очень она мне нравится, очень часто беру. Вот, на подбородок очень удобно наклеивать, и вот на носик удобно. При покупке любого продукта Ultra Clean, Ultra Green, там может быть и крем 7 в 1, и гель для умывания, и тоник Ultra Clean Green тоже хороший. Правда, Пинки? Да, то есть вот, то есть это средство идет от угревой сыпи, наверное, все-таки. Но летом я очень люблю тоник этой серии, потому что кожа очень сильно жирнится, я протираюсь в течение дня, и мое личико остается в порядке. Оно очищается, пот снимается, и чувствую себя очень комфортно. Вот, далее аромат 15 мл подарок за 1 рубль при покупке парфюмерной воды Фортуната 50 мл. Что хочется сказать про эту воду? Это любимая водичка моей дочери, но я ее почему-то не очень люблю, потому что она чересчур сладкая. Я люблю парфюмерную водичку Порт-Ужор, я люблю Платинум от Литвиновой, да, то есть я вот такие древесные водички люблю. А эта вода, она сладкая, она насыщенная, она стойкая. Когда я захожу к дочке в комнату, там все пахнет Фортунатой. Вот она попросила у меня заказать два больших флакончика, чтобы у нее были ароматы по 15 мл всегда в сумочке под рукой, маленькие, да. Вот, далее, значит, дезодорант спрей в подарок за 1 рубль при покупке аромата Ума Фелича 100 мл. 100 мл это большой объем, один из самых больших компаний Фаберлик, но это туалетная вода, не парфюмерная, то есть он немножко послабже. Сегодня я этот аромат, как даже сказать, нюхала, и вы знаете, он мне безумно понравился. Я не знаю, как его описать. Давайте два слова. Древесный цитрус. Свежий древесный цитрус. Вот три слова, да. То есть вот как-то вот так. Очень мне понравился этот Ума Фелича. Но вот, да, за 1 рубль к нему идет спрей-дезодорант в подарок. Далее, значит, пробник нового женского аромата Beauty Cafe Caprice в подарок за 1 рубль при покупке декоративной косметики Secret Story. Да, то есть это может быть тушь, тени, да, пудра, без разницы. Все, что вам захочется, сколько вы чего купите, столько вам пробников и вложится. Далее, мерная ложечка в подарок за 1 рубль. Согласна, согласна, Seven Care, да, я очень люблю эту маску, и я вообще всю серию люблю очень. У меня даже вот спрей, вот вы знаете, у меня один заканчивается, я второй сразу открываю, ставлю и вот на волосики наношу. Вот сейчас жара такая, голову моешь 2 раза в день, а у нас больше 30, наверное, уже, ну кошмар, как жарко, прям все печет, очень-очень прям погода разыгралась сильно, ни дождинки, ни облачко. Как Версаче даже, да, Танюш, Версаче не пробовал, к сожалению, но Ума Феличи мне понравилось. Загадочный аромат, непростой такой, но и не такой уж и сложный. Хороший ароматик, да. Значит, мы с вами остановились на мерной ложечке подарок за 1 рубль при покупке стирального порошка Дом Фаберлик 800 грамм. Все эти подарки вкладываются автоматически. Давайте приведем просто пример. Допустим, цифру 3 возьмем. Да, вы купили 5 шампуней Селен Кэр. Вам вложилось 5 саше бальзамов Селен Кэр. Вот, да, то есть... Да, кстати, пробник мне добавился. Он, кстати, добавляется всем. Он добавился и мне в заказ, и я под дочкой делала заказ школьной формы и под ней. Тоже, да, добавился. Ириш, спасибо огромное, напомнила. Итак, у нас уже неоднократно объявлялись счастливчики в чате, которые выигрывали парфюмерные водички. Помню, что какой-то из мужчин в чате писал, а за что мне положили сорбет Джоли в подарок? Мне, говорит, пришла сорбет Джоли. И как раз была акция за покупку журнала Faberlic Style.
Во-первых, этот журнал классный, его интересно самим почитать и потом отдать своим новичкам, которых вы, может быть, зарегистрируете или еще кому-нибудь, да. Марсель, точно-точно, Юляшка, да, как раз он говорит, я ничего не понял. Говорит, что за акция, говорит, мне опять подарок, говорит, попал. Да-да-да, Марсель, вот, помнишь, что мужчина. Вот, в этот раз каждый день 17.07 по 06.08 10 покупателей Faberlic Style номер 8, именно номер 8, получат подарок рассыпчатую пудру для лица Skyline. Ну, мы с вами понимаем, что этих журналов могут купить в день и 1000, но только 10 человек получат из них по пудре. Вот. Поэтому, да, вот это внутренняя акция, такая лотерея, только для зарегистрированных. Повезет, не повезет. А, такой спрей есть, он черненьким цветом. И вот Ириночка Менчикова, точно знаю, что она у меня его видела, я только им пользуюсь. А, перед плойкой он выдерживает 220 градусов. Вот, Ириночка, найди, пожалуйста, я точно знаю. А, вот он, вот он. Вот такой вот спрейчик. А, сейчас вам скажу, это DD Spray Hot. Он придает волосам объем, упругость, обеспечивает управляемую укладку и подвижную фиксацию, надежно защищает волосы при температуре до 220 градусов, потом он препятствует появлению секущихся кончиков, не склеивает волосы, а фиксирует без утяжеления. На самом деле Таня Распопова им на него завивала бигуди, и бигуди продержались весь день. А вот, далее, значит, придает послушность волосам, снижая пушистость, создает глянцевый блеск, да, легко расчесывается, счесывается и смывается, действует в течение всего дня, артикул 8994, вот такая вот штучка, DD спрей, есть у нас все. Единственное, что у нас нет, и я в компании Faberlic очень часто выпрашиваю, это кисточки для макияжа. Я заколебалась ходить в магазин и покупать кисточки для макияжа. Пусть компания Faberlic их нам уже выпустит в конце концов. Вот. Ну что ж, поехали с вами дальше. Вот как раз-таки бьюти-кафе «Каприз». Наверное, так я правильно прочитала. Это внутренняя акция только для зарегистрированных. И мы недавно считали с новичком, какая же будет прибыль. Она стоит 999 рублей по цене каталога, 740 рублей по цене консультанта, да, то есть я уже все это посмотрела, прикинула. Две покупаете, третья вам автоматически падает в подарок, то есть вам надо добавлять не три, а две, третья сама упадет, да, а если вы добавите три, то одна вам придет за день, то три вам придут за деньги, и еще одна в подарок упадет. Тогда уже брать 4, чтобы 2 упало. Акция кратная, то есть если вы взяли, ну, к примеру, 10 парфюмерных вод, то 5 вам упадет в подарок, да? Вот, и смотрите, я так посчитала, если она стоит 999 рублей, да, то если их все 3 продать, то это умножить на 3, это получается 2997 мы выручаем, да, получается минус 26% и минус 740, ой, да, 740 рублей, это получается почти 1500 на руки с продажи 3 флаконов. Да, почти 1500. Поэтому задумайтесь, деньги не маленькие, кто мешает вам за день заработать 3000, да, и продать 6 флаконов. Поэтому подумайте, да, подумайте, это очень выгодно. Там идут ноты гордыни, жасмина с неповторимыми акцентами, персикового нектара, диких ягод. Ягод кружит голову поклонникам аж. Я считаю, что это сладкий, несвежий аромат. Аромат. Вот с небольшой такой нежной горчинкой. Ну вот это, может быть, я ошибаюсь. Я не умею читать ароматы по описанию, к сожалению. Иногда мне кажется он одним, а приходит совершенно другой, и даже мне начинает нравиться. Вот. Жена тоже просит кисть, да, Коля? Вот. Поэтому это внутренняя акция. При покупке двух ароматов еще один будет автоматически добавлен в ваш заказ. 1 рубль с вас снимут за него. Акция кратная. Чем больше пар флаконов вы возьмете, тем больше вам подарков упадет.
И вот очень интересная такая акция, наткнулась на нее сегодня. Это ювелирная бижутерия Florange по специальным ценам. Эта акция действует с каталога номер 11 по каталог номер 12. Условия очень интересные. Выполняйте 25 баллов ЛО в период номер 11 или 12. Или, да, то есть на выбор, или можно в обоих. И помогите двум новичкам и более выполнить условия первого шага стартовой программы и получите на выбор один продукт Florange всего за 300 рублей. Вот такая вот интересная акция, я ее сегодня увидела. Помогите четырем новичкам и более выполнить условия первого шага стартовой программы и получите на выбор два продукта Florange всего за 300 рублей. Ну, как вы знаете, бижутерия у нас непростая, бижутерия у нас с вами ювелирная, дорогая, и 300 рублей, ну, прям копейки, честное слово. Вот, это на самом деле копейки. Вот. Бижутерию можно будет забрать в 12-м периоде. Вот. Обязательно. Обязательно только в первой линии. Да, далее у нас с вами немножко подорожал набор пробников, но тут же я увидела в последнем пункте косметичка Faberlic на zip-замке. Скорее всего, нам еще стали косметичку вкладывать, потому что пробники были 270 рублей, по-моему, стали 295. Вот, это получается нам за меньше, чем за 30 рублей, за 25 рублей вложили еще и косметичку, куда все эти пробники складывать, да? Да, бижутерия шикарная от Флоранж, сколько не заказываю, столько дарю и ни разу ничего не носила, все с радостью забирают у меня. Вот, значит, это не кратная акция, можно забрать один раз. Новичку доступен набор пробников 3 каталога подряд, потом он сгорает, если он его не забрал. Поэтому предупреждайте об этом. Вот, даже самому просто для себя познакомиться с пробниками, они на самом деле обходятся дешево и выгодно. Вот это для меня, да, мое наблюдение, потому что я когда регистрировала дочку, акция с пробниками уже была, и я заказала одну коробочку с пробниками, ну, больше одной было не заказать. И, конечно, да, там немало, и мне кажется, что они стоят намного дороже, чем эта коробочка. Компания делает хорошую скидку для того, чтобы новички смогли познакомиться с продукцией. И, конечно же, дорогие коллеги, я уже вам об этом говорила, все мы можем в одном заказе получить скидку 20 или 26%. Ну, подарки, конечно, всегда. И тут я привела пример. Если у вас личный оборот, личный ваш заказ до 50 баллов, на следующий период у вас скидка 20%. Если от 50 баллов, на следующий период у вас на все скидочка 26%. Кроме одежды, колготок, нижнего белья, ну, мужской одежды, там, детской одежды и так далее. Все Флоранж полюбили уже, да, все распробовали. Вот. И не забываем, что новичку положены незаменимые инструменты для работы в интернете. Никогда не забываем. Если новичок оплатил свой активационный заказ в течение суток, обязательно рассказывайте о том, что ему положен свой лендинг, да, свой собственный рекрутинговый сайт. Свой собственный рекрутинговый сайт. Сейчас я вышлю ссылочку на него. Пример, минуточку, Римочка. Сейчас вышлю. Так, копировать, вставить. Вот, пожалуйста. Это обычный рекрутинговый сайт. Он называется лендингом. И, конечно же, второе – это интернет-магазин от компании. И, дорогие коллеги, прям очень важное объявление, которое вы должны после этого вебинара каждый по своим чатам сделать. Это все 100% бесплатно. У нас сейчас ходят какие-то люди по интернет-магазинам и предлагают сделать такой же точно лендинг, только одностраничный. У нас он 5 страниц, а там одностраничный за 1000 рублей. Мы вам сделаем бесплатно, никому не платите, Бога ради, и пусть ваши новички тоже не платят. Ну, просто уже не смешно. Вот. Далее, значит, вот она наша с вами накопительная программа Faberlic Club. Вот, а Надя тоже, да, пришло? Ну, наверное, всем пришло. Вот, накопительная программа Faberlic Club.
Я эту программу люблю больше всех, потому что ее даже директорам дарят. Ее дарят даже тем, кто полгода не делал заказы, вдруг начал заказывать, и бонусы начали копиться. То есть это такая программа, она может сгореть и обнулиться, но ее можно возобновить в любое удобное время для вас. Да? Вот. Суть простая. Размещаем заказы. Эти заказы весят баллы. Мы накапливаем эти баллы, которые пересчитываются в бонусы в электронном кошельке, и обмениваем бонусы из специального каталога на сайте Faberlic. Вот. Все вы, наверное, видели, когда вы заходите в свой личный кабинет, у вас там вверху есть кошелек. Все ли этот кошелек нашли, все ли видели? Вот. И, конечно же, накопительная программа Faberlic Club, выбор там, да, то есть там можно заказать не только косметику, там есть и подушки из гречневой лузги, там есть и комплекты постельного белья, там есть полотенца, да, то есть много что есть. А я вот забрала, накопила бонусы, то есть бонусы можно копить, и заказала себе халат и 3 банных полотенца. У меня теперь все с логотипчиком Faberlic. Я такая довольна, мне так хотелось вообще. Ужас, как хотелось. И вот я когда заказала, я такая довольная была. Ой, думаю, здорово, я это сделала. Тут уже, конечно, да, я могу себе позволить любой халат, но тут уже был такой, знаете, спортивный интерес. Очень хотелось накопить, выдержать и взять уже эту вещь себе. Если сообщение не пришло, то уже не заблокировали. 1225. У кого сколько баллов, дорогие коллеги, отпишитесь. У меня тоже уже больше 1000 я накопила под дочкой. А подо мною где-то баллов 500, наверное, пока только накопилось. Я недавно халат забирала. Вот. Ну и давайте же смотреть. Значит, 1 балл личного объема пересчитывается в 1 бонус. Например, в прошлом периоде вы сделали... Ну, например, так, минуточку сделаю потоньше линию. В прошлом периоде вы сделали 10 баллов, да, вот они, 10 баллов. И оплатили до конца периода, вот. И они у вас пересчитались в следующем периоде 10 баллов. Так как у нас с вами подарки идут от 5 бонусов, то вы уже можете забрать 2 подарка или копить их. Да, то есть вы можете их не тратить и копить. Допустим, мы решили с вами копить. Вот. И на второй период мы сделали 15 баллов. И вот эти 10 плюс 15 у нас с вами получились 25. Мы уже можем взять какой-то один подарок за 25, один подарок за 15. Или что это получается-то? 5 подарков. Да, за 5 бонусов, да, или 1 за 5 и 2 за 10, да, там 2 кусочка мыла, по-моему, или крем там для кутикулы, для ногтей кутикулы, по-моему, да, вот, смотрите сами, да, и вдруг в третьем периоде мы забыли оплатить заказ до конца периода или просто не сделали заказ, и предыдущие баллы вот эти вот сгорают, а эти пока остаются, то есть, видите, вычлось 10, 25 минус 15, да, в четвертом периоде мы опять не сделали заказ, и 10 минус 10 у нас с вами получилось 0, да, то есть в шестом периоде уже у нас 0, все сгорело. Но вдруг через пару каталогов мы не делали заказов, да, тут даже указано, что 3 каталога не делали заказов, да, мы решили сделать 50 баллов, потому что мы работали, наша структура выросла, да, мы решили собирать свою объемную скидку, мы хотим скидку 26% от цены каталога, мы хотим, да, то есть работать, зарабатывать, и мы сделали 50 баллов, и на следующий же период эти 50 баллов у вас пересчитываются в 50 бонусов, вот, и... Ну, а на восьмой период вы решили сделать 250 баллов личного заказа, да, побольше бонусов, но нет, компания начисляет только 150 и не более, да. То есть смотрим с вами,
Так, минуточку. Так, если в восьмом расчетном периоде ЛО консультанта более 150 баллов, по итогам восьмого периода к вашим уже накопленным бонусам будет начислено 150 бонусов. Сумма оставшихся накоплений составит 50, да, как вы видите, плюс 150 равно 200. Да, получается 200. То есть, если вы сделаете хоть 500 бонусов, вам все равно начислится 150. И далее, если вы ничего не тратите, вы опять делаете ЛО 100 баллов, к примеру, да, и у вас получается 200 до 100, 300, да, уже 300. И тут ЛО, допустим, 10 баллов делаете. Но если вы решили сделать перерыв в заказе, в своем последнем заказе сбирайте бонусы, у вас хотя бы поменьше сгорит. 30 коплю, периодически беру подарки. У меня 112 баллов, забираю каждый каталог суперпрограммы. Отлично. Я накапливаю, выбираю подарки, очень хорошие. Накапливаешь, да, Любочка? Вот, замечательно. Скажите, пожалуйста, всем ли понятно накопительная программа Faberlic Club? Поедем с вами дальше. Да, чтобы подарки не сгорали, спасибо огромное, Леночка, заказы нужно делать каждый период. Каждый период. Если вы вдруг по каким-то причинам, вы куда-то поехали, и вы уже не можете сделать заказ, да, ну вот всякое бывает, заберите бонусы. Пусть у вас там эти лишние три пачки мыла лежат, но они будут ваши, они вам достанутся бесплатно, забирайте всегда. Вот. Ну и, конечно же, наши VIP-привилегии – это последняя тема. Мы с вами сегодня молодцы, быстро прошли весь материал, потому что вы задавали мало вопросов мне почему-то. Итак, значит, кто такой VIP-консультант? VIP-консультант – это человек, который делает 100 баллов личного объема. Даже если под ним нет структуры, то он все равно уже получается на 3% и получает свою объемную скидочку 180 рублей. Да, я думаю, все это знают. А кто не знал, отминусуйте, я буду знать, что эта информация вам полезна. Итак, что же за привилегии? Сразу же с уровня VIP-1 вы будете участвовать в распределении контактов. Ну, вот Риммочке помогла, да? Вы будете участвовать в распределении VIP-контактов, если пройдете тренинг. Я сегодня рассылала видео по чатам, все ли его видели, как пройти тренинг. Я прям начала проходить, я уже, как вам даже сказать, выучила, как отвечать на вопросы, потому что с огромным количеством новичков я проходила этот тренинг, и там сделали новый тренинг, и я так, оба, и прям на видео в первый раз, первый класс проходила этот тренинг, да, видела Наташа. Если тебя не затруднит, скинь его, пожалуйста, может быть, кто-то не видел, и оно кому-то поможет. Так вот, обязательно нужно пройти этот тренинг, смотрели, да, я, конечно, была шокирована, раньше было проще, сейчас, конечно, тренинг минут 15 точно он займет. Раньше можно было 5-10 минут, сейчас минут 15. Вот. И, конечно же, после уровня VIP-1, то есть, допустим, в этом периоде вы оплатили, на следующий период вам будет положен один продукт с 70% скидкой от черной цены, 10 любых пробников на 50% скидка, это получается там пробников 50, наверное, да, и 10 любых каталогов, да, тоже 50% скидка. Смотрели, да? Ну, дорогие коллеги, если что, напомните мне в разделе «Вопросы», я вам обязательно скину. Вот. Сколько стоит пробник? Ой, ну, я не знаю, рублей, может, 25, где-то так. Нет, Лена, не надо, у меня тоже пройден старый, а под дочкой я проходила новый. А вот, Наташечка, огромное тебе спасибо, дорогая. 14, а, за полцены, да, 14,50, да, спасибо, исправили меня, я так вспомнила, сколько на сайте пробники, а, уже 30 рублей стало, вот это номер, а я только по VIP-у пробники беру, я каждый каталог могу брать 50 под собой, 50 под дочкой, мне больше и не надо. Вот, я даю так попробовать людям, людям нравится, они там регистрироваться, допустим, приходят. Вот, я им еще там каких-нибудь пробников надарю, когда они придут регистрироваться. То есть я вот так вот
как бы работаю именно, пробники я именно дарю. Я не даю пробовать, я дарю и говорю, вот на, попробуй, тебе должно понравиться. Вот мне это нравится, и тебе должно подойти, да. Ну, если, конечно, у меня, допустим, волосы сухие, а у человека жирные, понятно, что я уже подбираю что-то более стоящее. Вот, итак, вот такие вот у нас с вами привилегии с уровня VIP-1, то есть распределение консультантов – это самое главное. Но, конечно, когда новички проходят тренинг, самое смешное бывает, когда они ждут, что под них 100 рек проведут прямо за каталог. Нет, по одной через каталог примерно бывает. Дорогие коллеги, подскажите, пожалуйста, вот за последние там 2-3 каталога сколько под вас зарегистрировали новичков? Под меня вот всего двое. Двое, два новичка за три каталога. Вот вы, наверное, это видели в видео, да, то есть пришло две заявочки и два новичка зарегистрировали. Пробники для Тома, да, тоже удобно дарить. Вот, и значит, уровень первый мы с вами поговорили, но есть еще и уровень второй. Юляш, тоже двоих, да? Угу. Уровень второй – это три периода подряд, когда мы делаем 100 баллов. Все привилегии уровня 1 сюда включаются. Бонус 10% при выполнении 150 и более баллов. То есть это не объем, то есть это не дополнительная скидка каталога. А у всех одинаково, да, прям поровну делить начали, я так смотрю, чтобы никому обидно не было, да. Мариночка, где-то ты, может быть, в маленьком пункте населён, у нас Кировская область за последний, ну да, где-то так, один, да. То есть, ну, вот таким вот образом. То есть, смотрите, как оно идет, это VIP-распределение. А компания рекламируется везде и всюду, да, и кто-то вот заходит в интернет и ищет сайт Фаберлик. Он нашел сайт Фаберлик, он зарегистрировался. И этот человек идет под какого-либо из VIP-консультантов. Понятно, что чем больше Фаберлик дает рекламы, тем больше людей регистрируется. Бывает, что Фаберлик дает рекламы маловато, и регистрации, понятно, что маловато. Вот таким вот образом, да? Вот, значит, смотрите, 10% по VIP-3, да, по второму уровню, это не дополнительная скидка от цены каталога, это 10% объемной скидки на все баллы свыше 100. Это нужно обязательно знать, потому что многие новички мне очень часто в личку пишут: «Аня, я сделала 150 баллов, и мне теперь вычтут еще 10% от моего заказа». Как вычтут? У меня теперь 36% скидка. Да, то есть тут плюсуют. И, конечно, есть некоторые консультанты не с нашей структурой, даже не с нашего проекта. Они работают методом офлайн. Я у них даже картинку такую видела, что 36%. Неправда, неправда. 10% – это объемная скидка, которая начисляется на ваш номер, и ею можно оплачивать последующие заказы. Вот что такое 10% по VIP-3. Свыше, тем более это все свыше 100 баллов. То есть за первые 100 не начисляется ничего. Поэтому абсолютно разные суммы выходят. И абсолютно по-разному работает. Поэтому будьте внимательны. Уровень 3 – это 9 периодов подряд. Мы выполняем 100 баллов. И нам добавляются привилегии не только 1-2 уровня, но и 3-го. Это возможность заказывать новинки следующего периода за 2 недели до начала продаж. Вот. Уровень 4 – это 18 периодов подряд надо выполнять 100 баллов. Там у вас добавляется еще один продукт с 70% скидкой. Вы уже будете забирать по 2 продукта с 70% скидкой. Я всегда беру, вот, к сожалению, нет под рукой, капсулы Platinum. В принципе, вот они, да. Кто ими пользовался, тот их узнает. У меня дочка забирает все коробочки постоянно. Я вот, капсулы у меня вот так все время валяются. Вот там их идет 6 штучек, мне не очень нравится, я их беру за 222 рубля, да, то есть они там в каталоге могут 700-900 рублей стоить, а я беру за 200 рублей. Вот, значит, далее, значит, каждый период за 3 дня до начала действия каталога, это по пятницам уже, да, для консультантов 4 уровня, 4 уровень, это более 18 периодов подряд 100 баллов, можно заказывать уже продукцию следующего периода.
И обязательно вручается отличительный значок VIP-консультанта. Мне пришел. Мне очень приятно, мне пришел. Вот. Скажите, пожалуйста, всем ли все понятно? Также у нас есть уровень серебро 50 периодов, золото 100 периодов, рубин 150 периодов и бриллиант 200 периодов. Это, конечно, очень много. Ну вот, очень-очень приятно, да, Танюша? С миру по ниточке и регистрации много набирается. Вот здорово. Итак, что же такое VIP-программа? Давайте подытожим. Значит, все VIP-консультанты в личном кабинете видят специальный значок с указанием достигнутого уровня, а также отметку о количестве периодов непрерывного выполнения VIP-стажа. Вот, также VIP-стаж – это число непрерывного выполнения 100 и более баллов. То есть, если вы один период сделали, второй нет, да, третий период сделали, четвертый нет, у вас перерыв идет, у вас все время будет VIP-1, опять VIP-1, и как бы нельзя прерывать, если вы хотите, чтобы VIP-стаж был. Но если все-таки вы прервали, или там как-то раз у меня прервался VIP-стаж из-за того, что я сделала возврат и забыла на эту сумму оформить заказ. У меня было 199 баллов. Ой, извиняюсь, 99 без 100 просто было, да. И я так расстроилась, а потом я пошла читать правила на сайте, и мне вот... написали, в случае пропуска одного периода без 100 баллов, у нас есть возможность сохранить VIP-стаж, выполнить личного объема 200 и более баллов в следующем расчетном периоде. Тут компания, и то к нам лояльно. Спасибо огромное, Фаберлик. Да. И, конечно же, пользоваться привилегиями каждого уровня мы можем в течение 3 расчетных периодов. Так же, как нас будет, допустим, ждать шаг стартовой программы. Да? Новичок иногда бывает забывает добавлять шаг стартовой программы, а когда он бывает особенно на выбор, да, и мы ему говорим, ничего страшного, в следующем периоде заберешь и первый, и второй шаги вместе. Так ведь? Вот, это тоже здорово. Тут то же самое, тот же принцип. Итак, значит, обязательно люди, все люди, которые сделали 100 баллов первый раз, сейчас очень слушают внимательно, привнимательно. Иначе под вас людей подписывать компания не будет. Нужно обязательно подать заявку на получение контактов потенциальных, да, то есть это в настройках, обязательно проставить галочки и нажать «Сохранить». И обязательно пройти онлайн-тренинг «Искусство коммуникации», видео только что промелькнуло в чате. Вот, спасибо Наталье, она его выслала. Вот, и, конечно же, контакты распределяются по региональному принципу, то есть под меня подписывают людей с Кировской области, мне с ними легко общаться, мне с ними легко созваниваться, мне с ними легко встречаться, да, то есть я еду в Киров, я могу позвонить своим VIP-консультантам, ну, то есть не VIP-консультантам, а тех, кто под меня по VIP-у, да, тех, кого под меня подписали, даже могу предложить встретиться. Вот, еще раз, Наташечка, спасибо большое, вот, и, конечно, если в одном городе проживает большая группа VIP-консультантов, конечно, это редко встречается, но такое бывает с одинаковым VIP-стажем, то приоритетность получения контакта определяется по личному объему в последнем закрытом периоде. Да, на самом деле ни в одной компании нету вот этой лояльности, как вот у нас, ни в одной, вот честное слово, нету, не встречала. Это очень ценно, что, ну, не знаю, Фаберлик, русская душа, щедрая душа, как говорят, да. И давайте же, дорогие коллеги, сейчас вам вопросики на засыпку. Представим, что новичок пришел на проект и стал VIP-консультантом, у которого ЛО 100 баллов. Что ему положено на следующий период? Давайте с вами поупражняемся. Что ему положено? Кто самый находчивый? Пишем в чат. Контакты. Марина хорошо запомнила, да? Скидка 26% от цены каталога на следующий период, да. Скидка на 10 пробников, суммарно на 50, на 10 каталогов, на один продукт 70%, нет, не 50, а 70.
50% это купоны. Подарки по программе Фаберлик Клуб. О, мамочки, дорогая, можно купить 20 масок и каждый день делать маски, да? На программу Фаберлик Клуб 20 масок можно бесплатно взять по 5 бонусов. 3% уровень. Умница, Олечка. Скидка 70%. Ну, молодцы, конечно, молодцы. Вот это и это все, что вы скажете своему VIP-консультанту, да? Прям вот все, и больше ничего не скажете. Конечно же, дорогие коллеги, в первую очередь это бизнес. Обязательно знайте, что если новичок сделал 100 баллов, ему, конечно же, положен подарок новичка, то, что он его заберет. И, конечно же, сайт от проекта. Самое важное, рекрутинговый сайт, вы забыли, и подарок новичка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что ж, ладно, спишем на то, что времени у нас с вами много ушло. Да, вот такие вы, вот такие. Итак, значит, смотрите, дорогие коллеги, у нас с вами сейчас действует акция. А все, кто зарегистрирован с 15 мая в течение полугода, то есть 8 каталожных периодов могут 2 раза подтвердить любое звание. Что это значит? Если вы менее чем за полгода открываете директора и на следующий период подтверждаете, ваш квалификационный бонус умножается на 2. То есть вместо 55 тысяч вы получите первый раз 55 тысяч и потом еще раз 55, да? Про сайт написала Кристина? Вот прости, пропустила. Вот. Значит, далее, значит, если вы успеваете, допустим, за полгода открыть серебряного директора, то вы получаете суммарно 3 умноженных на 2 квалификационных бонуса. То есть 55, 27, 500 и 110. Да? Я думаю, эта акция очень легкая, ее легко понять, и это круто. Дорогие коллеги, у вас есть отличная возможность реально заработать огромные деньги. Были случаи, когда за полгода люди открывали рубина, бриллианта. Если открыть бриллиант, это вообще миллион. Миллион одними премиями, без основных выплат. Поэтому думайте и берем как минимум директора за полгода. И сейчас у нас с вами будет осень, и, конечно же, директор за полгода получится у вас быстро. Быстро, если конечно, вы будете работать. Я про первый шаг писала. Наташ тоже пропустила. Какой кошмар. Да? Ну, значит, зря я, да? Ну, молодцы, значит, все умнички, коллективно справились. А поодиночке бы нет. Поодиночке бы нет. Итак, школьная форма уже в продаже. Поставьте плюсики, кто ее успел приобрести. Всем ли хватило размеров? Мария, да, я тоже ставлю плюсик, вот. Только молодцы, учитесь, обязательно учитесь, все рассказывайте, это очень важно. Хороший старт для новичка, это успешное начало, это ваш быстрый старт. Вы можете взять быстрый старт, если вы будете к каждому новичку очень хорошо и внимательно относиться. Вот. Мне еще не пришла она, к сожалению, не пришла. Я не стала заказывать как VIP-консультант, я заказала под дочкой огромный заказ. Вот, и заказала только сегодня, поэтому он мне придет в пятницу. Отлично, Маш. Ой, Кристина, наивная. Ничего, наверное, уже не останется в августе. Честное слово, не останется. Так почему-то все быстро расхватывают. Но компания, в принципе, Фаберлик обещала, что она обшьет огромный объем одежды и что должно хватить на всех. Да. Да, заказ очень большой у меня получился. У меня старшая дочка много навыбирала. Ей понравилось. Это простая коллекция, особенно вот серия базис, вот это вот все ей очень-очень понравилось. Итак, дорогие коллеги, хочется вам также сказать, что
Компания Faberlic, это, конечно же, прославилась с помощью кислородной косметики номер один в мире. Она так славится, потому что у нас есть патент на гениальную разработку советских ученых на пертоуглерод, который способен захватывать кислород из воздуха и доставлять его в глубокие слои кожи. Да, вот благодаря этому клетки нашей кожи молодеют, и мы, как даже сказать, приобрели патент на использование. И благодаря именно этому пертоуглероду, Новафтем и Аквафтем, да, О2, компания Faberlic смогла подняться, и сегодня здесь мы с вами собрались благодаря именно этому патенту, который Алексей Геннадьевич Нечаев как раз выкупил у советских ученых. Вот. Далее, значит, признание компания нам обеспечивает шикарный. Конечно, я вас всех приглашаю на форумы. Даже если меня там не будет, ездите на свои региональные форумы, делайте фотографии. Успех – это классно. Смотреть на успешных лидеров и видеть, как они растут – это просто здорово. Мероприятия от компании просто обалденные. Далее, значит, мы сотрудничаем с 42 странами мира. Не забывайте про то, что мы очень даже международные. Также компания сотрудничает с экологическим движением ЭКО, которое садит деревья. Также компания сотрудничает с Солнечным псом, с организацией, которая воспитывает деткам с ограниченными возможностями собачьих поводырей. И, кстати, в этом периоде мы с вами тоже можем поучаствовать в акции. Я заказала опять все. Заказала опять все. Жалко, что продукция безбаловая, но это помощь. Помощь деткам с ограниченными возможностями. Низкий поклон компании Faberlic, что думает о таких детках, да? Конечно же, ежегодно с уровня подтвержденного золотого директора компании Faberlic за свой счет вас повезет в разные страны мира, да. В прошлом году мы ездили в Доминикану, я, Николай Андрейко, Татьяна Сафронова уже ездила, да. И вы знаете, в этом году еще больше наших лидеров поедет. И очень бы хотелось, чтобы в 2018 нас поехало, да хоть сотня, да, потому что все равно все потихонечку растут, серебреют, золотеют, рубиновеют потихоньку. Конечно же, наша гордость еще то, что у компании Faberlic есть собственная фабрика в Москве, 45 тысяч квадратных метров. Все там создается по стандарту GMP оборудование, да, и абсолютно вся продукция фабрики проходит обязательное тестирование согласно ГОСТу и Санпину. Мы внесены в реестр экологически чистых и безопасных предприятий. Это тоже нужно обязательно знать. В Шри-Ланке, Танюш, уже были в прошлом году, в этом в Доминикану вот полетим, а в следующем вот еще пока не знаю куда. Вот, и также, да, два слайда подряд нечаянно одинаковых, тут написано, что 300 миллионов единиц продукции в год, так вот уже 500 стало, что очень даже приятно. Вот, также у компании Faberlic свой собственный центр научных разработок и 34 патента благодаря собственной микробиологической лаборатории. То есть компания Faberlic практически всю продукцию производит у себя. Шьет она одежду Китай, Иваново, да, то есть и очень часто, кстати, слово Китай некоторых новичков смущает. Но знаете, что наша продукция шьется на тех же заводах, что и Nike и Adidas. Почему у нас она намного дешевле? Потому что мы делаем огромные заказы и нам шьют только на хороших качественных фабриках. Это нужно обязательно понимать. Нашу одежду шьют именно фабрики, которые шьют хорошие дорогие бренды. Да, все ли про это знали? Поставьте, пожалуйста, плюсик-минусик. Это, конечно же, наши награды. Ежегодно компания Faberlic участвует, выигрывает. Если парфюм, то это все уже, да, все устали, да. Если парфюм, то это Фифи, да. Если это косметика, там, допустим, не косметика, а, допустим, БАДы, это обязательно народное качество, знак качества, да, то есть просто великолепно, просто классно. Ну что ж, дорогие призеры,
прошлого периода. Поздравляю вас с тем, что вы забираете подарочки, идете по стартовой программе. Вот. И, конечно же, спасибо вам за внимание, забирайте свои подарочки, спасибо вам за терпение. Опять с вами просидели полтора часа, но я думаю, что много было полезной